Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Мы вас рады приветствовать в новом эфире нашей передачи «Ола Кала». Добро пожаловать. И сегодня у нас совершенно особенный выпуск. Для нас, для вас в данном случае будет очень много сюрпризов на протяжении всей нашей передачи, потому что сегодня мы обратимся к самому тончайшему из искусств, которое отражает человеческую душу, душу в том числе любого народа и, безусловно, того народа, от которого идут корни всей европейской цивилизации, то бишь греческого народа как такового. И мы обратимся к музыке, плавно перейдем к тематике, также в том числе такого интересного региона, как Пелопоннес, который представляет огромнейший интерес. Но находимся мы на данный момент, хотя будут в дальнейшем, и об этом еще будет объявлено, эфиры в том числе и непосредственно с Пелопоннеса. Но мы рады вас приветствовать сегодня из очень-очень интересного места. Речь идет в данном случае о целом образовательно-развлекательном комплексе, который находится неподалеку от города Салоники по направлению к местечку под названием Орео-Костро. В данном случае, я думаю, что многие уже обратили внимание на то, что это место не просто в данном случае таверна. На этой территории находятся как комплекс с небольшим парком динозавров, анатомическим театром, мифологический парк с тематикой древнегреческой мифологии. Здесь же возводится сейчас спа-центр, где применяются терапии, которые были в свое время употребимы в Древней Греции. И в данном случае возникает вопрос, кто же является создателем вот этого комплекса, в котором мы сейчас с вами находимся, в том числе и музейного, в том числе до какой-то степени этнографического. Итак, меня зовут Евгений Бурсанидис, и я очень рад представить вашему вниманию господина Василиса Михайлидиса, который является создателем, практически создал всю эту красоту своими руками. Я сейчас говорю: Василий, ола кала! Καλημέρα, όλα καλά. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να επιθυμούμε στους φίλους της εκπομπής σας. Итак, огромнейшее спасибо за ту честь, которую вы своим вниманием оказываете господину Василису и вот этому замечательному, на самом деле, местечку, в котором мы с вами находимся. И очень рады вас приветствовать в ходе вот этой передачи, в ходе вот этого бродкаста, который мы сейчас с вами начали. Кири Васили, меня эротисия не потребьте. Я спрашиваю господина Василиса, можно ли задать ему один вопрос. Ты сейчас эбнефсе на демиургизе, это тоже орео хоро. Я гапи просто политизмо и эти парадоси. В первую очередь, любовь к традициям и культуре Греции. Μας έκανε να δημιουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος λειτουργεί όχι μόνο ως ταβέρνα παραδοσιακή, ελληνική, αλλά και ένα χώρο ο οποίος εκπέμπει πολιτιστικό σήμα. Здесь в данном случае концепция заключается не только в том, что эта территория работает как таверна или как развлекательный центр, но и как культурный центр, как образовательный, как просветительский центр, имеет определенного рода просвещающую роль. И, дорогие друзья, сейчас давайте потихонечку с вами обратимся в том числе и к музыкантам, которых, я думаю, многие слышали уже. Обратили внимание, что сегодняшняя наша передача началась именно со звуков музыки, потому что мы очень рады вам представить, во-первых, наших музыкантов, в данном случае это господин Димитриос Пиньос, и, соответственно, здесь же перед нами Христос Антониадис, который является не только музыкантом, но и представителем по региону Пелопоннес, который ему, безусловно, близок. В данном случае, да, здравствуй, Христос, Яшки Дмитрий. Кальмара, ясно. Кальмара. Ола кала. Ола кала. Кефаина кала. И будет хорошо. И будет хорошо, и сейчас все тоже хорошо. Ну вот, в данном случае хотелось бы обратить внимание на этот инструмент. Я думаю, что, в принципе, кто помнит Евровидение 2005 года, те узнали уже этот инструмент, потому что фактически тогда он прогремел на весь мир вместе с победительницей, соответственно, Евровидения 2005 от Греции Елены Папаризу, потому что часть партии в песне «You My Number One» была исполнена именно на понтийской лире, которая является отражением души народа понтийских греков. Абсолютно верно. Да, можно вот об этом инструменте немножечко? Именно тогда был услышан этот инструмент, можно сказать, на весь мир. Ну, это вообще-то инструмент, традиционный инструмент, берет он свое начало еще во времена Древней Греции. Есть разновидность лиры, то есть это понтийская, есть критская, есть тракийская, есть константинопольская, разные разновидности. Также хочу вам представить вот этот вот инструмент, на котором играет Димитрис, это называется лауто.
То есть он, как вы видите, четырехструнный, восьмиструнный вообще-то, но как бы две струны они играют на одном и тоже тональности. В унисон. В общем, это сюда. Они очень, очень хорошо звучат вместе, то есть лауто и лира обычно играют вместе, также играет очень хорошо и скрипка подходит под лауто. Ну и я бы хотел сказать, что можно будет больше рассказать об этих инструментах, так как это таверна позволяет это сделать. Здесь очень много инструментов, которые сделаны. И можно взять начало с Древней Греции еще, как они были во времена 5-6 века до нашей эры. Христо, ну на самом деле, в принципе, вот Димитрис, кстати, мне открыл буквально задолго до эфира как бы такую новость, даже я вот этого не знал. Как говорится, век живи, век учись, помрешь. Но он мне рассказал, что еще в 5-6 веках до нашей эры существовало инструментов на территории Древней Греции, самых различных. Мы, конечно, обратимся сейчас к некоторым из них. 2000 мы не охватим чисто физически в данном случае. Я тоже слышал это, я тоже впервые такое слышал. Но вот что я отмечу, что мне хотелось бы сейчас добавить сказанного, то, что на самом деле вот этот пример с Еленой Папаризу, он далеко не единственный, потому что в современную музыку, причем в разные стили греческой музыки, в эндехни музыки, в народную музыку, в поп-музыку, в рок-музыку в данном случае, как бы даже, например, добавляются с очень большим энтузиазмом и удовольствием греческие инструменты, это самые различные. Верно, и они звучат буквально во всех песнях, в поп, в традиционных, в разных песнях, и особенно последние 10-15 лет вот именно выбирают такие традиционные инструменты в современных музыках, это так и есть. Правильно? Да, на это в современных стилях музыки как бы идет фактически вот такая тенденция. Но вот опять же, если говорить о лире, то мы сейчас потихонечку перейдем, наверное, через некоторое время к тому, что послужило поводом для создания лиры и так далее, потому что, откуда она пошла, какой был способ звукоизвлечения, потому что, в принципе, смычковый появился уже, в принципе, у понтийских греков немножко позже, изначально он был щипковым, принцип звукоизвлечения в свое время. Но в данном случае, в принципе, здесь представлены самые различные модели инструментов. И вот если к лире мы немножко подойдем, то вот я вижу, что вот, по крайней мере, этот инструмент уже точно напоминает лауто в данном случае. Да, ну раз мы начали уже отсюда, давай поговорим немножечко о пандуре. Это как бы прародитель лаутообразных, да, как вот инструмент, на котором играет Димитрис. То есть это первоначальный инструмент, это где-то 5-6 века до нашей эры, как вы видите, он трехструновый, и он прямой прародитель вот именно лауто, бузуки, многие знают, что такое бузуки и так далее. Ну вот уже видны разграничения ладов, колки, соответственно, опять же усиливающие. Кстати, звучание похоже чем-то на украинскую бандуру в данном случае, наверняка тоже это как-то перекликается. Ну, скорее всего, оттуда и взято это имя, да, бандура. Вот, кстати, я не ожидал этого здесь увидеть, но на самом деле, как это не удивительно, но это предок клавишных инструментов, просто при помощи ходунка регулировалась таким способом высота звука, а потом впоследствии сменили звукоизвлечение на молоточковое, это моннохордо или монохорд, так называемое, а потом появились уже такие же несколько инструментов. Однострунный, в принципе, да, однострунный, абсолютно верно, Жень. Ну вот я здесь вижу разные варианты тоже, арф, ну, лира и так далее. Арфа, да, гитара, орфея. Первоначальная гитара, она выглядела как-то вот так архаического периода, то есть архаическая, а потом уже была она как-то вот так выглядела, ну, это уже в классическую эпоху Греции. Опять же, гриф уже тоже здесь присутствует, колки и так далее, и в принципе все аксессуары, которые известны и в современной гитаре тоже, ну вот здесь уже более усовершенствованный инструмент, как я погляжу. Да-да. Это вот в данном случае гитара Аполлона, так называемая. Да, гитара Аполлона, перейдем, наверное, сейчас к лире Аполлона, и как раз прародитель вот именно вот этой лиры. Безусловно, просто еще здесь вот я вижу и перкуссионные инструменты Древней Греции, правители, опять же, современных тарелок и оркестровых, и варугруппах, которые, в принципе, применяются, и в том числе вот флейта Пана многоствольная, которая была богом Паном в свое время изобретена волынка, и вот, кстати, вот чуть-чуть дальше даже вот виден рог, в который трубил и сам колебатель земли Посейдон, который отвечал и за моря, и одновременно также за землетрясения, в том числе, почему его так и называли. А вот абсолютно здесь верно. Как раз непосредственно то, с чего мы и начали. Абсолютно верно. Ведет и нас поговорим по себе. Уже о прародителе вот этого инструмента, лиры, то есть он также назывался, лира назывался, игралась она, конечно, немножко иначе, не со смычком, как она играется сейчас, а игралась она именно пальцами. Вот это вот лира Аполлона, она так и называется, лира Аполлона. И с этой лирой есть удивительный миф связан. Хочешь слушать? Очень интересно. Очень интересный миф, как родилась, в принципе, лира.
При рождении Гермес, шалунишка Гермес очень-очень хитрый и коварный. Самый Гермес, хитрый, я бы сказал, самый коварный из богов. Выбежал он со своей пещеры и захотел немножечко приключения, найти приключения. Нашел он себе приключения, конечно. Ну, это он умел всегда. Умел он это сделать очень-очень хорошо. И украл стадо коров. А стадо коров было именно бога Аполлона. Вот. И Аполлон, чтобы как бы ему это не понравилось, естественно, и он пошел жаловаться своему отцу Зевсу, мол, как так, мой брат украл у меня стадо коров. Вот. Зевс позвал Гермеса и сказал ему, дело, мол, ты такое, ну, Гермес как супер актер, распустил глаза свои кругами такими сделал, говорит, я такого, мол, не делал. Ну и в конце концов, чтобы сгладить углы, Гермес, он дарит свою лиру, которую сделал буквально недавно, Аполлону. Аполлон, как услышал звучание этой лиры, ему так сильно понравилось, что он как бы простил своего брата, и все было хорошо. Ну, вот там как бы еще такой моментик был, что на самом деле Зевс не особенно сильно хотел, чтобы Гера узнала о его связи с матерью Гермеса, богиней нимфой Майей, потому что поэтому как он попытался максимально быстро смазать этот конфликт. Угу. Ну и плюс ко всему еще коровы тоже не пропали даром, потому что вот иногда использовались рога длиннорогих коров для самых первых вариантов лир. Mm-hmm. Почему был такой даже стишок-загадка на древнегреческом языке, я в переводе на русский его немножко процитирую. Да. «Был отец мой баран, мать моя черепаха, было рождение мое, смертью ей и ему». То есть имеется в виду, что взяли панцирь черепахи, соответственно, рога длиннорогого быка или коровы. Ну и струны, естественно, или барана. Как раз таки были сделаны из внутренности этих быков аполлонских. Да, как бы, да, из лиры. Жил, из внутренности делали, соответственно, струны, которые имели достаточно нежное, кстати, звучание именно в связи с этим. Mm-hmm. И вот, кстати, здесь мы видим то, если мы начнем, скажем так, рассказ об эволюции лиры как таковой, об эволюции музыкальных инструментов, мы немножко можем опять же получить представление и то, к чему это все пришло. Потому что в данный момент перед нами модель самого первого в истории водяного органа, который был в свое время изобретен в 3 веке до н.э. Ктесибе, одним изобретателем из города Александрия Египетского греческого происхождения, который, соответственно, при помощи вот таких вот двух емкостей с воздухом и одним воздухом наполовину заполненным водой приводил язычково-клавишный весь аппарат в движение. Соответственно, язычки отмыкали вот эти вот трубы, которые они заклинивали, и разделен был в данном случае инструмент на три регистра, в основном трехрегистровый был, и, соответственно, получали звуки разной высоты. Это был первый самый орган. Целая компания нужна, чтобы сыграть на таком инструменте. Три человека. Один играл, и, соответственно, два человека по сторонам накачивали воздух, что интересно. Кстати, что забавно, он использовался для того, что мы сейчас назвали бы саундтреками, потому что, например, известно, что на пифийских играх в Дельфах в 92-м году на нашей эре такой инструмент играл на сцене двое суток. Религиозные действия, угу, спектакли различные и так далее и тому подобное. Да. Ну а вот, кстати, тот миф, о котором мы с тобой сейчас поговорили немножечко, мы же, в принципе, знаем, и к какому месту это, по большому счету, относится, скажем так, где это все произошло, и да, как, ну, раз-таки хотелось бы с этого произойти. Спасибо за пас, произошло, да, это как раз-таки в пещере Килинь, которая находится в Аркадии. Аркадия – это центральный Пелопоннес, регион Пелопоннеса. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы немножечко рассказать о Пелопоннесе, почему я его так сильно люблю. Ну, Пелопоннес – это, прежде всего, красота, горы и море. Горы покрыты очень-очень красивой природой. Насчет моря, ну, сам знаешь, с одной стороны Эгейское, с другой Ионическое. Куча водопадов, прекрасных водопадов, которые я лично называю как бы раем на земле. Кто бывал, знает. Ну и, естественно, археологические места. Их там столько много. Наверное, нигде в мире, могу сказать, нету столько. Ну вот, наверное, очень знаково то, что мы заговорили о музыке и о том, что, в принципе, одна из самых известных музыкальных сцен, далеко ходить не надо, она находится на Пелопоннесе, собственно говоря, рядом с археологическим сайтом Асклепиона, древнего Эпидавра. Причем, что вот любопытно, можно разделить, потому что полис древнего Эпидавра, там был театр немножко поменьше, но больших размеров театр 4 века до н.э., потом достроенный веком уже позже, 3 веком до н.э., когда он и приобрел вместимость в 12 тысяч человек, с удивительной совершенно естественной акустикой, которая специально делалась, когда взбираешься на самую вершину трибун и, в принципе, слышишь внизу перетирание ладонями. Я в центре. Я делал такое, ты делал? Да, делал то же самое, и монетки бросал, и бумажку рвал. То есть, если, в принципе, сам не услышишь, не поверишь. В деталях все это вот буквально прослушивается, не говоря уже о каких-то более
громких вибрациях звуковых, скажем так. И вот великой честью является на самом деле в ходе любого абсолютно фестиваля, а все лето на территории Греции это музыкальные мероприятия, музыкальные фестивали, посвященные самым разным событиям и проходящие в разных регионах, когда, соответственно, по городам и весям курсируют греческие исполнители наиболее известные, и таким образом, собственно говоря, они выступают в том числе и в Эпидавре. В Эпидавре, например, выступала Мария Каллас и многие другие. Самые-самые хорошие артисты, музыканты выступали в Эпидавре. Это честь для каждого музыканта, либо артиста сыграть на этой сцене, естественно. И здесь в контексте вот самого Эпидавра, наверное, что еще интересно дополнить, как бы то, что все-таки знаково то, что он находился рядом со Асклепионом, то есть с большим рекреационно-религиозным центром, где исцеляли людей, но в представлении древних не отнимали, скажем так, физическое здоровье от душевного здоровья. И поэтому, собственно говоря, посещение вот этих театральных мероприятий было чем-то вроде своеобразного оздоровительного мероприятия, потому что человек, испытывая определенные эмоции, выплеск этих эмоций в ходе наблюдения страстей актеров и так далее, как они играли, и следя за представлением, получал катарсис, очищение в греческом представлении в данном случае, что приводило и к исцелению. Могу прибавить, что древние греки не разделяли тело и души, то есть если надо вылечить тело, надо вылечить, естественно, и душу. И как это они делали? Через театр, музыку и так далее. И все это наблюдалось в комплексе. Да. Ну вот важно то, что до какой-то степени традиция этих мероприятий, она сохраняется и сейчас на Пелопоннесе. И вот я думаю, что в этом отношении тебе тоже есть что сказать о городе Патра, в частности, например, что происходит там. Ну, город Патра – это очень-очень молодежный город, в котором находится очень много, куча таверн, музыкальных центров, клубов, бузыки и так далее. Ну, об этом чуть позже. Я бы хотел заметить о Древней Олимпии немножечко расскажем, так как это символ Пелопоннеса. Безусловно. Я считаю, да? Очень много людей приезжают в Олимпию. Именно почему? Потому что это символ Пелопоннеса и начало Олимпийских игр. Как бы берут свое рождение именно там, Жень. Ну, важно то, что первые Олимпийские игры состоялись в Олимпии в 776 году до нашей эры, и по сию пору около храма Геры зажигается от увеличительного стекла, от солнечных лучей олимпийский огонь ежегодно буквально, причем это происходило на протяжении с того момента, как новые Олимпийские игры были восстановлены Пьером де Кубертеном, и хотя самые первые в 1896 году новые Олимпийские игры состоялись в Афинах, тем не менее огонь был зажжен в Олимпии, что и продолжается перед каждыми Олимпийскими играми буквально и в наше время. Что еще важно в этом контексте заметить, конечно, то, что согласно одной из основных мифологических версий происхождения этого праздника спорта, то, что прерывались все конфликты, все кровопролития, все войны на это время. И в этом отношении, конечно, можно сказать, что древние греки, античное общество, оно было намного мудрее нашего, согласись. Скорее всего, это так и было. И еще хочу добавить, что именно Олимпия – это огромное археологическое место, и очень-очень хороший музей находится именно в Олимпии. Ну, я бы сказал, что одно из самых исследованных, потому что и характер артефактов, и характер сохранившихся различных, опять же, развалин, которые там были раскопаны и довольно хорошо исследованы, это, безусловно, все представляет собой огромнейший интерес. Ну, а самый красивый город Пелопоннес, как считаешь, который? На мой взгляд, самый красивый город, это один из самых красивых, по крайней мере, это город Нафплио, безусловно. И известно, что этот город очень любил Аристотель Анасис. В данном случае речь идет об городе, который, хотя, может быть, не был столь славен в античные времена, но потом в средние века он был создан как город-крепость, потому что там находятся венецианские укрепления и так далее. Но есть еще одно мероприятие, о котором хотелось бы упомянуть, и вот Патрейский карнавал в данном случае, ведь это второй, по сути, после Рио-де-Жанейро карнавал в мире получается. Это тоже мероприятие, одно из наиболее знаковых. Очень знаковое мероприятие, насчитывает история карнавала Патрейского около 190 лет, это довольно немало, можно сказать.
И как ты правильно сказал, это именно вот второй по численности карнавал в мире. Туда приезжают со всех стран Европы, можно сказать, не только с Греции, а собираются с разных стран Европы. Начинается он 17 января, так что если наши гости смогут приехать сюда зимой, то обязательно советую их это посетить. Это надо почувствовать. Ну вот мне приходилось там бывать, как бы на самом деле, то есть есть свое ощущение. Конечно, это абсолютный праздник некоего жизненного разнообразия, многообразия самых разных форм проявления человеческой сущности как таковой, в принципе. Причем сама костюмированность-то, она имеет огромный охват. То есть это от восходящих к древнегреческим традициям, когда, например, люди наряжаются, имитируя силинов, сатиров или бога Пана, например, в козлиные шкуры и так далее, как это делали их прапрапрапрадеды еще в Древней Елладе, и вплоть до шоу трансвеститов даже в данном случае, до таких шествий. Да. То есть все многообразие, оно в полной мере представляется. Костюмированные шествия, разбрасывание шоколадок. Я могу сказать, что я запас шоколада пополнил где-то на месяц тогда во время собирания шоколадок. Тебе понравилось, да? Ну, это было, конечно, весело. Это был великолепный опыт, этом, безусловно. Да. Да, это надо увидеть, надо почувствовать своими глазами, увидеть все. Безусловно. И в целом, конечно же, сама Патра, я думаю, тоже это достаточно интересный город в плане того, что он и тусовочный, и там много в данном случае молодежи и так далее и тому подобное. И, насколько я знаю, большое количество различных таверн находится там, высшие учебные заведения, студенческий город. К слову, вот мы немножечко сейчас говорили уже о Навплио, но также ведь, в принципе, достаточно важным фактором является то, что это самая первая столица Греции. Так еще есть. Греция не получила по факту, де-факту, можно сказать, независимость, де-юре вернее, но уже с 1826 года вплоть до 1834, когда Афины были объявлены столицей Греции, собственно говоря, Навплио выполнял его роль. И, например, в одной из в свое время еще османских заброшенных мечетей там заседал самый первый греческий парламент. Именно туда прибыл Иоаннис Каподистрия, в свое время президент Греции. На самом деле Навплио — это еще и очень атмосферный город, как ты знаешь, то есть вот с этой точки зрения. Очень красивый, очень атмосферный город. И вместе с Патрой, я сказал бы, там куча очень-очень много разнообразных таверн, музыкальных таверн, очень много клубов молодежных, бич-баров. И также бузуки, конечно. Вот с этой точки зрения тоже достаточно любопытно, потому что бузуки — это не просто инструмент, это целая философия, это целое понимание греческой души, это, наверное, инструмент, который идеально все-таки демонстрирует душу грека, в данном случае вот такой инструмент с длинным достаточно грифом. Он звучит буквально везде, он на свадьбах, он на крещениях, он в заведениях, где любим проводить время хорошо, буквально везде. А вот концепция времяпрепровождения, например, какова в таких, допустим, заведениях, то есть, которые называются бузуки, а память о бузуке, как говорят, пошли на бузуки, то есть в данном случае, ну, это одно из любимых греческих для начала я хочу сказать, Женя, ты правильно заметил, для начала я хочу сказать, что бузуки — это первым долгом инструмент, да, он выглядит как-то вот так, на нем, как вы видите, 6 струн. Соборус нам аспект слегайки эти на... Попросили извлечь несколько нот. Вот. Первым долгом это инструмент, как я до этого сказал. И в честь вот этого инструмента именно назвали заведение, где проводятся разные концерты, скажем, да, где десятки бузуки совместно играют. Ну, естественно, и другие инструменты тоже, как бы целый оркестр. И вместе с ними, естественно, поют самые-самые хорошие певцы Греции. Но это удивительная вещь, потому что мы все можем в любой момент пойти на эти бузуки и увидеть своего любимого артиста, потанцевать рядом с ним, даже притронуться. Вот что достаточно любопытно, то есть обычно такого рода мероприятие, оно начинается далеко за полночь. То есть начинается оно с того, как правило, когда люди приходят, садятся за столы, и сначала как бы все чинно, сначала все потихонечку как бы развивается, разогревается и достигает кульминации, и когда уже начинается разбивание тарелок, когда начинается бросание салфеток и цветов на сцены, таким образом выражается, скажем так, восхищение уровнем исполнительским того или иного певца или музыканта, который в данном случае выступает. А насчет оркестровок на бузуке, мне вспомнился момент, когда на «Эллада и Хиталенду» есть как бы Греция, «Ищет таланты», такая передача, вот такой вот примерно на греческом телевидении по каналу Sky. И там прибыл однажды
оркестр из 32 бузуки. Магия, скорее всего. Да, то есть я не помню точно, как он назывался. Магия, я имею в виду музыкальная магия. Абсолютно, то есть абсолютно специфичная, абсолютно как бы интересная. И, конечно, больше нигде, кроме Греции, такого ты никогда не увидишь. Кстати, дай мне одно прибавить. Бузуки считается одной из самых мелодических инструментов в мире. Есть не самое, извини за... Не только. Кстати, я упомяну еще один момент. Гитарист-виртуоз, один из самых выдающихся авторитетов в этом отношении, гитарист группы Dream Theater Джон Петруччи, сказал, что самый лучший на самом деле гитарист – это тот, кто совершенно умеет бузуки. На бузуке играть. Дорогие друзья, кстати, если у вас появятся какие-то вопросы в ходе, я думаю, что они появляются, пожалуйста, их присылайте в чат, и в процессе мы, безусловно, на эти вопросы с удовольствием сможем в полной мере ответить и удовлетворить ваше любопытство. Кстати, вот возникает вопрос, какие самые популярные греческие инструменты? Ну, безусловно, на первом месте это бузуки. И, соответственно, вот такие инструменты, как лауто, лафта. Лафта – это более маленький, например, вариант. Сандури. Сандури и так далее и тому подобное. Лира достаточно... Лира, разные вариации лиры. Критская лира, константинопольская лира, понтийская лира. Греки очень сильно любят играть и на гитарах. На гитарах очень часто играем. Скрипка в разных традиционных песнях тоже существует. Вот поступил очень интересный вопрос. Дословно, что означает греческий термин «музыка», посвященная музам? Мусы, то есть, да. В данном случае, в первую очередь, происходит от мусес. И в данном случае именно поэтому мы сразу сказали, с самого начала этого эфира, я упомянул, что это самое тонкое из искусств. Угу. Потому что восходит к вот таким краеугольным буквально деталям человеческой психологии, человеческой культуры и так далее и тому подобное. Вопросы можете задавать дальше, мы с удовольствием на них ответим и поясним. Есть еще вопросы какие-то? Ну, вот из разряда про самую старую греческую лиру. Ну, самую старую греческую лиру. Ну, мы рассказали немножечко о Аполлонской лире, которая игралась немножечко иначе. Что касается вот современной лиры, как она выглядит сейчас, играется со смычком, она берет свое начало, есть данные, которая берет свое начало еще в 9 веке нашей эры уже. Она употреблялась очень-очень-очень сильно в византийской музыке. И она как бы очень сильно похожа на арабский ребаб называется. Mm-hmm. Такой. То есть берет свое начало приблизительно 8-9 век нашей эры. Mm-hmm. Как-то вот так. Также хотелось бы еще добавить на предмет лиры в данном случае, вот именно если говорить, то струнные инструменты, они в принципе являются самыми древними. То есть не клавиши, например, а именно струна. И поэтому настолько увязывается это близко все с мифологией. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, мы дали сейчас краткий экскурс по Пелопоннесу и, соответственно, по греческим музыкальным инструментам. Мы также, последует, безусловно, и наш эфир, непосредственно уже самого Пелопоннеса в пятницу в 11 утра по греческому времени. А сейчас для вас небольшой сюрприз, небольшой музыкальный подарок, который очень мы с удовольствием сейчас вам представим. Я думаю, что мы уже достаточно сказали на предмет того, что музыка и танец, безусловно, позволяют понять душу грека. И, наверное, сейчас последует тот танец, который более всего позволяет понять душу грека, потому что это народный танец «Зебекико». В данном случае один из наиболее ярких, его очень часто называют самым мужским еще из греческих танцев. Ну, одним словом, наслаждайтесь. На манеже без подстраховки также профессиональные танцоры, которые с удовольствием вам сейчас его представят. А мы, естественно, подыграем и поможем. Yeah.